Моим новогодним игрушкам нашлось место вот как-то вот здесь. Я украсила им свою, одну из своих ламп. Вот почему-то, ну, в этот раз на елке у меня не нашлось места для них. Но мне нравится, как они смотрятся вот здесь на моем рукодельном столе. Вот. Хотя на этом столе в основном вышивает сейчас Вика. Я как-то за столом только бисером могу вышивать. Ну и там записывать, заполнять свои дневники и так далее, и так далее. Вот так у меня сейчас это все выглядит. Кстати, здесь у меня уже такой небольшой беспорядок творческий. Вот показываю. Освещение, конечно, вау, но я сейчас просто не включала никаких своих ламп. Только вот, видите, муж начал делать мне ящички для вот этой, для, я не знаю, как это называется, полки, подстольные полки. Во, я придумала название. Под столом вот эти полочки, и они открытые были там с коробочками, со всякими контейнерами и так далее. И я вот решила, что я уже давно у него просила, что давай сделаем ящички. Ну вот сейчас вот часть сделал. Ну это еще будут, когда будет все готово, когда все сделается, я вам, конечно, сниму отдельное видео, покажу. Ну вот пока вот так у меня, видите, все. Потому что, в общем, предстоит мне фронт работы, да. Вот там у меня лежит готовая работа. Да, у меня вот, пожалуйста, финиш есть. Показала мужу, он начал ржать просто надо мной. Я говорю, посмотри, говорю, у меня финиш. Он смеется. Ну, конечно, я понимаю, что после 12 красавиц финиш ни один, наверное, ну, такого вау не вызовет мой из процессов начатых. Ну, для меня это все равно. Вот она мне уже. Я тут убиралась, я что делала? Наверное, покажу тоже. Я на куснапы, на рамы переодевала процессы, на пяльцы, на все, в общем, которые я собираюсь вышивать в 2021 году. Я все вот сразу думаю, пусть у каждого будет свое, как говорится, гнездышко, свое место. Все уже переодела, все сделала. Вот потратила на это почти целый день. И вот смотрю на эту, думаю, блин, как она мне надоела, надо ее обязательно закончить. Ну, в том плане, что висит такая малютка, такая малюська, вот 16 на 11 сантиметров. И вот из-за того, что мне не понравилось вышивать на этой канве, я ее вот как сняла, не гладила, ничего и не хочу. Вот честно, я не хочу ни стирать, ни гладить, ничего. Вот мне хватило того, что я ее вот довышивала, положу потом, если будет желание когда-нибудь ее. Ну, я не вижу смысла, потому что я вышивала на куснапах, только погладить ее. На маленьких, вот на таких американских куснапах вышивала. И то она вот тут по бокам не влезала, она там болталась, висела. То есть, точнее, места мало, свободное место было. То есть, ткань более узкая, здесь нужно пошире ткань такую. Ну, получилось прикольно. Они малышки прикольные, обалденные. Вот здесь вот горошек весь на платье вышивается французскими узелками. Вот все здесь это дробный бэкстич, здесь очень много. На шариках и всего такого. Ну, я взяла острую иглу. Я не люблю вышивать острыми иглами, но здесь взяла уже, чтобы как можно быстрее все это делать. Все. Результат мне вообще эти малышки-зайки очень нравятся. Я буду их вышивать, да. Ну, как я уже сказала, мне очень нравится этот принт на канве. Ну, я бы купила разных-разных вариантов. Мне там хочется пчелку, зайку вышить на таком принте с сотами, да, вот. Ну, я уже сказала, нет, я возьму муранку, наверное, скорее всего. Они будут поменьше размером, хотя они рекомендуются на 28-м каунте. Кстати, здесь в набор шла 28-го каунта ткань. Ниток мне кое-каких не хватило, каких вот хватило впритык. Я считаю, что больше я наборов не покупаю по таким схемам. Это если я вышиваю по набору, за набор 700 рублей заплати, ткани поменяй. Ниток мне вот на один бленд просто не хватило, понимаете? То есть вот там бленд шел с двумя цветами. Один цвет есть, еще вот он и остался из красненьких. А одного цвета вообще от слова совсем не хватило. И я там вместо бленда уже дошивала одним цветом. Не стала лезть искать у себя эти нитки. Потом еще купи схему плюс еще к ней, потому что я не хочу вышивать по бумажной схеме. Уже настолько привыкла к саге. Хотя схемка-то, в принципе, такая симпатичная, нормальная.
Я такого варианта схемки люблю, но уже настолько привыкла к саге, так что думаю, блин, лучше купить схему просто и вышивать из того, что у тебя есть, на том, что у тебя есть. Вот как-то так. У меня еще есть набор Зайка Ирины. И еще есть, ну, у меня там, правда, схема уже давно купленная, да, схема купленная есть, набор есть. Вот, и у меня есть еще схема Зайка Клубничка. Ну вот, на ближайший год-два мне хватит, а там дальше посмотрим. Если не перегорю я к этим зайкам, то буду еще покупать. Очень нравится, как получается. Вот здесь шерстка, платье. Но здесь бленды такие, знаете, из двух близких рядом цветов стоящих. Это фишка, наверное, Светланы. Ну, может быть, и других авторов. Я не сильна в этом. Зато получается обалденный. Такой вот. Хочется сказать котенок, но он же зайка. Зайка, зайка, прелесть. Показываю вам свою елочку. Она у нас стоит традиционно вот здесь на этом месте, на кухне. Ну и вот, она, видите, у нас маленькая очень. Не нашлось места ей на ней для моих игрушек. Вот как-то так получилось. Тут очень много разных красивых игрушек и покупных. И есть рукодельные, но не мои, не я делала. Вот, ну, как-то я не знаю, я сама как-то приложила. Но они большие сильно, вот эти игрушки, которые я делала, они для этой елочки сильно большие. Вот этот шарик очень хорошо смотрится, да, здесь. Вот у меня есть и покупные какие-то, есть и дорогие, есть и недорогие. Вот. Вот этот. А вон там, не знаю, видно вам или нет, сейчас покажу. Вот здесь у меня ангелочек живет, а там дальше феечка. Вот я ее не смогу вам показать, но там она есть, верьте. Так, что я вышивала эти дни, не знаю прям даже, как вам показать, чтобы было красиво. Вот так выглядит работа. Я не распечатываю превью. Вот, не знаю, не вижу в этом смысла, если честно. Может быть, надо, конечно. Если вам надо, вы напишите. То мне, например, вот оно так вот хорошо все. Вот это превью работы, которая вот на у меня на 505 стежков по высоте. Есть вариант поменьше. И вот такая она красота должна получиться. На сегодняшний день у меня выглядит вот так. То есть я довышивала еще. Ну, вот этот участок я еще довышивала. Вот, то есть вот так. И я поменяла здесь снова организацию. Ну, первое, что меня расстраивает, да, это моя натяжка. Нужно было что-то здесь с ней придумать. Во-первых, она меня не устраивает, какая она есть. Вы как видите здесь, да, все-таки немножко есть волны. Хотя я уже тут, видите, натянула так, что у меня травмировалась канвас, стромин травмировался. И я всерьез подумываю о том, чтобы сделать себе подарок на день рождения, подарить себе на день рождения еще одну раму Аманик. Потому что вот, да, можно было бы кармашки попришивать, но Оксана и пришивание чего-либо к чему-либо, это вещи, по-моему, вот вообще две несовместимые. Не знаю, сейчас я так хочу вам поменять освещение. Так, это голубое, это вот такой холодный, это вот смешанный. Кроме этого, так что над рамой надо серьезно подумать. И я вот тоже советовалась с Ларисой Карташовой, у нее их несколько этих рам Аманик, и она очень довольна. Поэтому все-таки да, наверное. И хоть я еще пока не вышивала, но мне уже нравится, как выглядит там натяжка, как все аккуратно, как все достойно вообще сделано. Поэтому вот думаю я над этим. Очень серьезно думаю. Так, ну что еще хотела я сказать по поводу организации. В общем, пыталась я делать вот такие органайзеры проковушки, да, и потом я уже переделала их вот так, потому что мне было неудобно. Я вообще не понимаю, как девчонки шьют, когда вот здесь вот все вот так торчит. Я вот этого не понимаю, вот это вот, ну, все субъективно, вы же понимаете, все под каждого индивидуально делается. Я попробовала вот здесь, я даже здесь, видите, сделала такие надрезы, да, чтобы ниточки туда пропихивать. Сейчас покажу. Ну, вот они здесь, вот эти надрезы видно.
Но надо было, чтобы на каждую ниточку был не один надрез, а два. Тогда было бы удобно. Вот эти штуки мне сейчас очень зашли. Вот эти органайзеры очень прям. У меня вот он так вот на раме висит. Я отсюда прям ниточку беру. Это прям вот вообще, знаете, красота, красота. Мне вот очень понравилось. Отсюда беру ниточку. А вместо парковушки у меня вот такие вот органайзеры. Здесь я вручную уже написала. Я уже просто, знаете, как села один день, повышивала. Напсиховалась, жуть как напсиховалась просто. И я села, вручную подписала все, перевешала, какие здесь ниточки есть. У меня, вот видите, здесь даже не видно, наверное. Сейчас я найду, что я делаю. То есть, и сильно длинные я не стала делать. Я теперь бленды режу, потому что длинные меня тоже раздражают. Вот я бленд разрезала, одну в работу пустила, одна у меня осталась. То есть метровую нитку разрезаю по 50 сантиметров. Вот тоже бленд. Здесь у меня иголочку я повышивала, воткнула. А здесь бленд ждет. Я не вешаю сразу по пасме сюда. Я просто в этом не вижу смысла. Но вот такие вот органайзеры все-таки для меня самые удобные. Может, кто к чему привык. Я не знаю. Я вот их просто обожаю. И вот у меня не хватило, да, вот таких органайзеров. Я взяла вот этот. У меня освободился от 12 красавиц. Видите, даже убирать не стала. Вот эти тоже мне нравятся. Были бы они по 50 вообще этих вот ячеек. Вообще красота. Тоже вот они прикольные, нормально. И вот те, которые уже были у меня длинные метровые, я не стала, конечно, ничего резать, ничего. Вот они висят, они уйдут потихоньку. Вот, а новые я тоже беру просто пополам. Этот бленд метровый разрезаю. Видите, вот оно как. Потому что Оксана, она берет, воткнула вот так вот и дальше побежала работать. Видите, здесь. Вот, они длинные, мне не нравятся. Пусть они будут лучше по 50 сантиметров. Вот такие дела. Вот так вот все. Вот так и у меня три у меня вот таких органайзера в итоге сейчас в работе. И один вот у меня, потому что здесь 160 символов, мне просто их, ну, не хватило, три штуки, а у меня больше нет. Все заняты. У меня очень много, но все заняты. И вот здесь по порядку я просто подписала номера цвета мулине. Мне удобно по цветам мулине. Возможно, я когда-нибудь попробую вот этот вот цифровой метод организации, и, возможно, мне понравится. Но пока что это вот так. Я заниматься заново переорганизацией, то есть у меня здесь уже все готово, заниматься заново здесь по номерам мулине, там по номерам мулине, вот это. И потом я, знаете, даже если сомневаюсь, если это какой-то бленд, я смотрю, какие там номера идут в этом бленде, да, то есть номера мулине. Потому что я здесь пыталась парковать. Я уже несколько раз пыталась. Вроде нормально на мне заходила раньше эта парковка. Но вот здесь мне пришлось вот на этом участке, вот на этом вот участке выкинуть 3-4 бленда припаркованных, потому что я так смотрю, я засомневалась, что это те самые, что я их правильно припарковала. Работаю, я бы сказала, наверное, не для новичков все-таки, а я новичок. Но здесь как-то мне вообще легко шло, более-менее, да, то есть вот, а здесь вот, ну, прям сложная она такая, сложная. Здесь такая мешанина крестиков, это просто, ну, символов, это просто. Хотя есть, допустим, я выделяю участок вот здесь по 4 квадрата. И мне, вы знаете что, я вот смотрю, у меня еще, я дочери показываю, она говорит: мам, я не вижу. А у меня ощущение, что они вот здесь вот как бы полосят. Хотя я не делаю ровный в краев. Сейчас покажу изнанку. Сейчас я вам покажу изнаночку. Не знаю, я прям что не так, что я делаю не так, кто опытный, подскажите, может быть, вы мне совет какой дадите. Так, сейчас я вот попробую показать. Видно? Так, осветить, что ли, как-то надо ту сторону. И ближе показать. Не знаю, вот мне видно, что вот здесь есть полоса. И мне кажется, что вдруг оно будет полосить. То есть вот кошмар, изнанка кошмарная. У крестика изнанка намного аккуратнее, чем у гобеленого стежка. Это я вам сразу говорю.
у гобеленового стежка просто отвратительная изнанка. Ну, ничего не поделаешь. Но вот здесь как-то вот оно не было такого, да. То есть здесь я просто по цветам вышивала, пока ниточка не закончится, причем метровая. Вот здесь же я вышиваю как, то есть выделяю, то есть как, ну, я разные методы пытаюсь, потому что я себя поймала на том, что я ошибаюсь. Я ошибалась, я на нескольких ошибках себя поймала. Ну-ка, сейчас вот посмотрим, видно, нет? Поближе. Мне кажется, видно. Хотя почему, я не могу понять. Я закрепляю, да, то есть у меня, допустим, даже заканчивается цвет, я закрепляю выше. Вы видите, у меня вообще ровного края нету. Я делаю закрепки сбоку, сверху. Я, бывает, 3-4 стежка, если вижу, что у меня идет в следующий квадрат, я их могу вышить. Да, то есть вот здесь даже я тоже начала. Вот я сейчас себе сделала, чтобы было 5, по 5 квадратов. И я вот уже, то есть я выделила себе участок саги 5 квадратов вот здесь. И я все равно, я вот захожу, уже захожу. Ничего не могу понять. Туго шью, что ли, или что? Я вот не знаю. Вот я, честно говоря, в растерянности. Или мне кажется, или есть это дело. Ну, как получается? Получается прикольно. Я вот сравнивала со скрином. Оно все получается как там. Сейчас я попробую вам показать. Ну, вот пока сага у меня открывается, что-то очень долго. Я вот, ну, здесь, правда, так крупно не покажешь, может быть, а может быть и покажешь. Вот он, этот участок, докуда у меня вот, наверное, вот так он, да, дошит. Так, еще вниз немножко сюда. Вот он, наверное, да? Вот его. Конечно, высвечивает, камера сильно высвечивает стежки. Ну, вот оно вот так выглядит. Сейчас попробую показать вам на скрине саги. Ну, мне что вот нравится вот на этих скринах у Нади, то есть когда вы увеличиваете, вы можете прям чуть ли не каждый крестик видеть, какой он будет. Не забывайте, да, то, что он и там у всех цветопередача разная. Вот так, в принципе, я уже скоро доберусь до лап журавлей. Вот, но я хочу вот пройти сюда, пройти вот сюда, отсвечивает вам, конечно, извините, я хочу сюда пройти, вот здесь. То есть я хочу что сделать? Я хочу вот так вот этот вот 5,5 рядов вышить до края, до самого края, вот так их выше 5,5 рядов. Вот, а потом уже буду двигаться, я не знаю как, потихонечку, может, оно так удобней вроде бы. Я прям не знаю, как мне так. Я эту тактику вышивания меняю, вот уже не знаю как. Что я делаю сейчас не так, я не поняла. Почему я все-таки ошибаюсь? Я уже пробую, выделяю себе область 4-5 квадратов. Вот видите, оно у меня здесь вот прям видно, да? Сейчас вот новая область у меня пошла. И вот я буду, вот у меня один одиночный крестик здесь, и я буду вот эти два вышивать. Да, ну, значит, границ не должно быть. И так я делаю, поступаю с другими тоже. Значит, границ не должно быть. Что я делаю не так? Или мне кажется, или я сама себе надумываю. Ну вот, видите, какая тут мешанина крестиков, ее, в принципе, видно. И я сейчас вот как раз нахожусь. Вот этот камень здесь, да, этот камень видно. Здесь будут вот тоже листья такие вот. Здесь вот. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще, конечно, получиться должно здорово. Вот это же камень тоже, я так понимаю, да. Вот это вот камень. Вот тут я никак не думала, что его будет сложно вышивать. Дальше там пойдут листья, вот тени листья здесь тоже, вот если смотреть. Да, то есть вот это вот листья зеленые на свет попали, а это в тени листья, они такие более черные. Вот. И дальше там вот они на камне стоят, а дальше вот уже там дерево вот это идет. То есть я сначала все думала, что это такое. Все-таки до меня дошло, что это камень. Так что этот. В общем, не знаю. Надеюсь, что все-таки я определюсь с тактикой. Я хотела вышить до 10%. На сегодня у меня
9% вышито. То есть я за 3 дня, что я вышивала, у меня получилось 4248 стежков. Если общую смотреть, то это у меня уже 13721 стежок. Ну и, в общем, у меня там 1% не хватает до плана. Я себе в план подделала до 10. Но я, наверное, сейчас переключусь на другую работу. Еще раз подумаю о том, что здесь поищу информацию. Еще раз посмотрю, как девчонки вышивают, да, вот у всех, кто вышивает многоцветки, я еще раз просмотрю все видео. Вот, а там дальше посмотрим, будем решать. В принципе, тут мне 1% до плана остался. Я сейчас покажу свои планы, я все-таки их накидала. Вот смотрите, как у меня шикарный. Ну как не вести планы, когда у тебя такой шикарный рукодельный дневник просто есть. Свет, огромное тебе спасибо за такой замечательный подарок. И я здесь уже... Во-первых, я сначала записала те проекты, с которыми я перешла в 2020. Здесь 26-го не хватает, потому что «Волшебную страну» не записала. И так я сижу, думаю, ну почему у меня снова их 26? Я записала, сколько у меня процентов готово, сколько всего в работе крестиков. Единственное, кого не записывала, это которых у меня нет в саге. Вот это у меня таких 4-5 проектов на сегодняшний день. Ну, «Волшебная страна», там есть количество бисеринок, можно записать будет. Но как-то я, знаете, особо не хочу записывать вот эти вот деревяшки от «Волшебной страны», пластик, как такие манипуськи. Буду. Вышивается, буду. И вот смотрите, у меня желтым выделено уже 2 финиша, а голубым, знаете, что это такое? Это старты 2020 года. Я как глянула, говорю, Оксан, ты что натворила вообще? Да откуда вообще вот это взяла? Понимаете, если бы не эти старты, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, ну и 13 еще один этот. Ну, я уже, это те, которые перешли, я те, которые были закончены все-таки в том году, я не стала записывать там, ну, малышки там, 2 набора «Фрузелок», «Волшебную страну», вот это я не стала записывать, хотя их больше получилось, да? 13 плюс там, стартов 16, наверное, было. Когда я успела это сделать, я сама не понимаю, откуда это все взялось. Вот, даже больше там, по-моему, стартов было, потому что там законченные же работы я сюда не перенесла, которые начинала в 2020 году. Я как-то глянула, думаю, что творишь-то вообще, Оксана, зачем столько ты начала? Правда? Ну ладно. В общем, хорошо, что ты писала, переписала, я теперь вижу, да, что я делаю. Есть у меня вот и планы тоже накидала все-таки себе на... Этот год, да, много, да, они завышенные. Я тут считала, сколько мне надо, в крестики переводила, да, допустим, если я что-то финиш хотела сделать, я прям писала, сколько мне оставалось их вышивать, сколько до конца, до финиша нужно, чтобы вот вышить, да, допустим, Dimensions ангел-хранитель, чтобы финиш был, мне нужно почти 15 тысяч крестиков вышить. Я вот это все выписывала, получилось много. Тут еще потому, что есть же продолжить что, и, допустим, сколько процентов я хочу вышить в этом году. И начать тоже. Причем начать, и некоторые, допустим, у меня есть процессы, которые я хочу закончить вот все-таки. И тут целых их 7. Целых 7, обратите внимание. Поэтому... попробовать не вылезать из этого вот, хотя бы из этого вот начать, да, который вот, потому что совсем без стартов я точно не смогу, у меня будут срывы, я себе решила, пусть будет один раз в месяц, в два, пусть будет старт, пусть будет маленький какой-то, потому что иначе будут срывы у меня, я не хочу этого всего, ну посмотрим, это еще, знаете как, я знаю, что, допустим, то, что я обещала, я вот, допустим, 1, 2, 3, 4, это обещанные, я буду их вышивать, начинать. А остальные посмотрим. Вот. Ну и вот сделала себе тоже годовой трекер крестиков, сразу записываю. Полезная штука, мне понравилась, пусть будет статистика. И годовой трекер по процессам.
То есть я вот начинаю какой-то процесс, я его записываю, сколько в месяц. Если у меня финиш, я уже сразу записала. Если еще нет финиша, подожду, в конце месяца запишу. То есть сколько за месяц у меня по какому-то процессу вышло. Тоже хорошая штука, мне она нравится. Вот два листа у меня на него. Потом я себе все-таки записала покупки за год, вписывать сюда. Если какие-то покупки будут, буду вписывать. Хотя буду стараться по минимуму. Ну и пошел у меня январь уже тоже. Здесь у меня сколько есть процентов, в плане сколько сделать процентов. Допустим, журавли и персики у меня было, допустим, 6% сделано, в плане 10 сделать было, чтобы у меня вот до 10. Сколько примерно это петитов надо вышить, записала. Ну вот закончится месяц, я запишу, выполнила я свой план или не выполнила все-таки. В общем, как-то так. И вот у меня здесь еще, вот почему я сейчас переключаюсь, потому что я сейчас выходные, я хочу сегодня, меняю шляпку, повышивать. Мне надо здесь сделать 2500 крестиков, посмотрим, получится у меня это или нет. А потом у меня будет еще и бархатный вечер, и херитаж, и китайский сад. Вот Снегурочку я нежданно-негаданно, да, взяла и завершила, и поэтому зайку Снегурочку, поэтому я записала. Ну и, конечно, я вот у меня теперь вместо того, как вот тут вот был дневничок, у меня вот такой есть, я записываю сюда тоже. Вот я думаю, нужен мне цветовой трекер или не нужен, или просто вот так записывать. Вот я записываю сюда. Вот я 12 красавиц повышивала, потом журавлей повышивала. 6-го у меня не получилось вышивать совсем. 7-го, 8-го я вышивала. Вот 7-го зайку, здесь тоже зайку с утра, и надо сюда дописать. Я вышивала вчера еще журавлей. А сегодня вот 9-го и 10-го я хочу повышивать шляпку. А там уже начнутся рабочие будни, и в рабочие будни я точно хочу вышивать просто наборы, а какие-то вот 16-го... Есть желание именно 16-го начать китайский сад, повышивать выходные дни его. Возможно, потом еще одни выходные. Там посмотрим, потому что сам, там поживем, увидим дальше. То есть я хотя бы сначала на неделю себе накидала. То есть вот здесь у меня 9-го, 10-го будет меняю шляпку на кота. Здесь у меня будет, скорее всего, бархатный вечер. Херитаж на следующую неделю возьму. А вот, а 16-го, 17-го будет китайский сад. А там дальше посмотрим. Смотря сколько я навышиваю, сделаю, посмотрю по своим планам и буду решать дальше уже, что делать. Следующий там, вот тут-то точно будет херитаж, а вот что делать с 23 числа по 31, я уже чуть-чуть позже определюсь. Ну вот как-то так. На сегодня у меня на этом, пожалуй, все. Не буду, наверное, вам показывать, да, как я... Практически все свои процессы одела на куснапы, на пяльцы, на рамы, все попередевала. У меня все это в шкафу хранится. Еще, скорее всего, в этом месяце у меня будет переорганизация в рукодельном уголке, потому что там ящички мне муж сделал уже. Надо будет покрасить, надо будет переорганизовать все у себя. Вот. Но эту работу тогда пока я откладываю. Но с рамы пока не убираю, потому что со станка, потому что посмотрим там еще. Скорее всего, придется менять, потому что меня там китайский сад ждет. Вот, кстати, да, надо повышивать бархатный вечер и в свободное время поразмечать там лен. Вот это дело, да. Ну что ж, не знаю, будет ли еще одно включение. Если еще не будет, то тогда, да, нет, наверное, будет. Я вам еще покажу, что я там навышивала со шляпкой. Мы, наверное, перевернем картинку, если что, да? Я сделаю вот так. Нет? Если тут такой вот. Так. Трудовые будни блогера. Офигеть, материал на целую раму. О, даже больше рамы. Это которая мандала? Обалдеть, материала на целую раму. Подожди, тогда вот так вот будет видно вот эти ниточки, нет? Чтобы это было видно, на каком льне я буду вышивать. А что за лен? Вот да, вот так уголочек видно прям хорошо. Ты сказала убрать, я думала, просто надо все закидать в коробочку.
А тут, оказывается, система есть. И не надо кивать, как качать на меня головой. Все сначала разложили, сфотографировали, теперь все теперь обратно надо положить. Я не хотела все это делать, мне так лень было. Ты, вся в меня, моя мама. Готовлюсь я так к прямому эфиру, вдруг звонок в дверь. Я думаю, что такое? Вика получает какую-то посылочку. Какой-то... Я говорю, что ты получила? Что такое интересненького? Бьюти-бокс называется вообще. Я, конечно, давай бегом к ней, бросила сразу все, мне некогда готовиться к эфиру. Я давай бросила все, давай смотреть, что это такое, что купила интересненькое такое. Блин, давай смотреть. Давай, давай, давай смотреть. Коробочка сразу мне. Эта коробочка моя. Это 100%. Я еще ни разу не покупала сама вот не всякие не вышивальные боксы сейчас в моде, бьюти-боксы. Так, отвлекись от суеты написано. Ты видишь? Видишь, написано, отвлекись от ее суеты. New Beauty Box. Это вот сайт такая. И здесь. Та-дам! Виновник покупки. Ага, давай смотреть виновника покупки. Ну, если честно, я уже знаю, что это такое, потому что я уже заглянула любопытная варвара. Вот. Это, оказывается, мне. Вика купила мне. Потому что она подглядела, что это вот мой любимый крем. Он у меня, вот, смотрите, кончается уже. Вот. Это тоже она мне дарила. Вот мой любимый крем. Хотя я все время на него жмучусь. Не для продажи написано, прикинь. Это, может, это бьюти-боксы. Вот. Я так поняла, что они как это компания тестеры направляет им. Дядька дочитал их сайт. Да? Ну, да, в общем, вот такая. Бокс складывают. Ну, короче, вот этот бьюти-бокс, он по цене вот этого крема. Фу. Ура, ура. Дай, поцелуй, да, поцелуй. Сладкая моя девочка. Спасибо тебе большое. Так, а вот это что за помидоры? Это вот такая тканевая маска, наверное, да? Не знаю, надо читать. Маска для лица. Мы еще ничего не видели, а под остальное. Двухшаговая, походу. Да, здесь двухшаговая маска для лица, почему-то с помидорами. Вилаш. Тоже, наверное, да, два шага. Вот первый, вот второй. Так. Это, ага, это чтобы не забывали об гигиене, да? Интересненько так. Блин. Ну, мы как раз любим Colgate. Да. Хотя Вика какую-то сейчас другую тоже покупает. Там, а что такое? Ух ты. Какая-то сыворотка. А, эмульсия. Гиалуроновая эмульсия для лица. Обалдеть. Непосредственно на ладонь равномерно распределите на очищенную кожу. Прямо сейчас давай открываю. Будем смотреть, что там такое. Ага. Ух ты, какая штучка. Прикольная. Вот. Тут что-то даже на это. Даже made in Korea. Да, я хотела сказать, вот корейские тут эти иероглифы, слышите, что вообще круто как. Будем пробовать, да? Будем пробовать это дело. Так, вот это что у нас? Активатор роста волос. Вот так вот. Ага. Тоже прикольная штука. Интересно, как полезут волосы, слышишь, как клево назван, смотри, что там внутри. А это что такое? Читать надо, я уже не помню, что там было. Для нее, короче, бальзам сюрпризов для кожи. Нету. Для нее сюрпризов нету. И что значит бальзам для кожи? Сейчас посмотрим, что это такое. А, интенсивный уход для всего тела это. А, просто такой маленький. Это для губ бальзам. Ух ты, клубничка, прикольно. Прикольная штука такая, слушайте, вообще. Мы, короче, отвлеклись от суеты. А это что? Сыворотка 60 секунд какая-то. Она запечатана в пакет. В пакет? Прям такая герметическая упаковочка. Прям вообще все такое. Тут все не по-русски, все не по-русски. Вот тоже сыворотка для лица, да, такая? Да. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Смотрите, какая штука. Как шприц. Это вообще страшная вещь. Интересно, как это пользоваться этим. Надо будет посмотреть. Слушай, это вообще так прикольно. О, какая штука. Слушайте, а я ведь только по всяким рукодельным лазю магазинам. Ой,
давно уже забыла, что такое смотреть всякие там косметические магазины, одежду. Только в рукодельной. Чуть что, сразу в рукодельной. Это ненормально. Это не есть нормально, друзья. Ну, вот такая прелесть, слушайте, вообще. Классно. Классно, классно, классно. Все супер. Я очень довольна. Вика, все, мы с тобой тут все перепробуем. Все перепользуем, получим удовольствие. Помидорную маску тебе. Все время тебе, это обратно тебе. Так что это, ну, классная идея такая, знаете, да. Я, ну, как-то, вы знаете, вот на вот эти рукодельные боксы, да, я как-то и особо не смотрю, потому что, да, ну, положат, что я не хочу вышивать. А там прикольно, ну, на сайте состав бокса был прописан. Ну, вообще, да, то есть ты посмотрела, что тебе надо, да, сразу, и все. Что там такое? Я его почему купила? Потому что я искала свой крем, а мне были в бьюти-бокс с этим кремом. Я такая, вау, надо брать. Надо брать, все. Такой вот подарочек, спасибо. Вы вообще супер, какая классная штука тут всего. Еще чуть не забыли показать вот эту штучку. Вот это тоже подарочком. Сверху, поверх бьюти-бокса дали. Потому что она не в бокс входит. Я хотела второй купить бьюти-бокс. Вот с такой штукой. Да, входил в состав маска. Большая коробочка, да. Баночка. Пока я думала, маска из того бьюти-бокса пропала. Я написала в Инстаграме, спрашиваю, а если еще у вас это, она в наличии, что я хочу с ней. И мне ответили, что, к сожалению, нет, но мы можем в подарочек мини-версию положить. Я такая, ура, давайте. Не представляете, курьер ее притащил в руках. Поверх бокса дал, да, просто. Ну, не, она в коробке лежала. Она в почтовой коробке лежала, точно. А я так думаю, в руках, что ли, тебе припер ее. Точно, точно. Она же, вот эта коробочка лежала в еще одной коробочке. Вот. У них не хухры-мухры-то вам все. Вот так вот. Всем привет еще раз. Сегодня уже суббота. Ой, какой суббота? Сегодня уже воскресенье, и причем воскресенье 17 января. Начались рабочие будни, и накрылись медным тазом все мои планы снимать влогово. Ну, такая была непростая неделя. Там на работе были такие моменты. Не слишком приятные, ну ладно. Это все наши рабочие будни, это все не интересно никому, поэтому рассказываю о вышивке. Стараюсь только о вышивке. Что же у меня все предыдущие выходные были получились, как я и планировала, это меняю шляпку на кота. В общем-то, по плану у меня было вышить 2500, по-моему, я писала себе крестиков. Я помню, что я перевыполнила план. 2500 крестиков. Сейчас открою свой январский. Да, по плану у меня было 3,37%. И по плану я хотела себе вышить 2500 крестиков. Вы знаете, у меня то ли то, что потому что это 18-я Аида после страмина, то ли потому что действительно схема полегче, но потому что здесь не 160 символов, а 95, что ли. Что-то такое в этом районе. Прям вот легко вышивалось и отрываться не хотелось. Но вот у меня был план сделать 2,5. Я сделала 2731 крестик. И вот видите, у меня просто там потом не было эфира, случился форс-мажор. Ну, у меня мама просто резко подскочила давление. Кто знает, что такое гипертонический криз, да, вы понимаете, о чем я говорю. И как-то у меня вообще все с головы летело, вышивка, эфир и все на свете. Так что, кто спрашивал, извините, не случилось. У меня даже, я, вы знаете, в таком состоянии была, ну, испугалась, переживалась, конечно, и я просто забыла где-то что-то выложить в соцсетях, что не будет эфира и все такое. Потом меня уже, когда начали спрашивать, писать личку, я опомнилась, что я даже не предупредила никого, так что я прошу прощения. И об этом я тоже не люблю говорить, вот, но тут просто из контекста слов не выкинешь, да, то есть как случилось, так случилось. Ну вот как получается, и знаете, что я так смотрю. Видите, даже ниточка у меня не дошита, брошена. Я обычно стараюсь ниточки дошивать.
Тем более знаю, что я отложу эту работу, а что-то у меня не хочет увеличиваться. Давай, попробую. Странно. На два сразу увеличился. Я, в общем, сейчас экспериментирую с телефоном своей дочери, снимаю на него. И, в общем, тут у меня сплошные эксперименты, как и что я делаю. Ну вот, показываю вам немножко покрупнее, 18-я Аида. Вот сейчас смотрю, после 14-й, я сейчас вышивала всю неделю на 14-й, уже кажутся мелкими клеточки. После страмина кажутся такие крупные крестики, прям вот лошадиные. Все познается, как говорится, в сравнении. В общем, я закрыла наконец-то этот нижний ряд, он у меня прям был вот недошит, вот хотя бы вот. И вот и у меня была идея вот хотя бы вот так. Ну, вот это переходные два ряда такие, да, то есть я их вышиваю, когда у меня там ниточка остается. А так я стараюсь вот так закрыть. Вот так где-то буду закрывать. Вот, и оба на 0,6. Оба, сейчас я поиграюсь. Простите, если там вам мелькает что-то. Вот, да, то есть вот такая площадка. Видите, у меня здесь очень мало, я сэкономила было на конве, но просто я покупала... Знаете, как метражом была возможность купить, вот, как это называется, не полностью, там, допустим, 70 на 70, там, или вот, а была возможность именно метраж 110, по-моему, Цвайгард идет, и вот 55 вот была в ширину возможность купить, и все, а в длину любой на кратный, на там, на 10, на 5, не помню уже. Поэтому так и получилось, и пришлось сэкономить. Не хотелось полностью погонный метр покупать. Вот, из-за этого, видите, нормально. Не могу ни в Куснабы, ни в Пяльце никуда заправить. Ну ничего, сейчас вот этот край вышится, и там уже выше будет полегче, поаккуратнее все вышиваться. Так что пока что я иду по плану. Я планировала каждый месяц здесь делать хотя бы вот по 2,5, по 3000 крестиков. Пока что я иду по плану, потому что мне хочется за год вышить. Меняю шляпку на кота. Я себе тут писала, сколько я хочу вышить за год ее. Ну, не знаю, получится у меня или нет. Хотела, чтобы хотя бы 20% у меня на ней получилось. Вот, ну посмотрим, посмотрим. Мне как-то, вы знаете, больше нравится все-таки двигаться. Вот когда я двигаюсь по плану, да, мне нужно продолжить шляпку, 20% вышить. За этот год мне нужно вышить 29 655 крестиков. Вот, так, как-то так. Ну, посмотрим. Пока что получается, да, январь план выполнен. Посмотрим, что там будет в феврале. Хотя уже подозреваю, что у меня будет изменение планов, но об этом немножечко позже расскажу. Так, следующий процесс, это, ну, показываю вам, как есть. Хочется просто, чтобы не лежа показывать. Ну, блин, пытаюсь тут фотофон красиво сделать, но не получилось, да, ну ладно. И она такая, сейчас смотрю на нее вся кривая на этих куснапах почему-то, потому что там тоже сверху край сделан не очень хорошо. Мало места, вылезает постоянно с куснапов. То есть, ну, Риолис как-то вот, вроде бы, мне всегда казалось, они нормально место оставляют на конве. Ну, вот. Вот так попробуем сейчас, если... Вот так, а вот так сильно... Засвечивается картинка. Ёлки. Эксперимент с вертикальным изображением мне удался, поэтому вот делаем все-таки горизонтальные плоскости. Показываю вам это. Вот такой набор «Бархатный вечер». И я вышивала рабочую неделю. Это, ну, как уже я сказала, что не очень хорошо она у меня получилась, потому что там были пропуски, были дни, когда я не в состоянии была вообще вышивать, так как находилась в стрессовом состоянии. Ну ничего. В итоге вот так веду вот такой бумагу, дневничок. Пишу как вот, ну не всегда, видите. Почерк у меня еще тот. Ну ладно, зато вот здесь можно их раскрашивать цветными, и они вот, маркеры эти хоть не проявляются на другой стороне, что не скажешь, когда делаешь эти тетрадки.
Надо будет тут дораскрасить. Вы сразу же подглядели, что я мандалу вчера начала, кто внимательный. Ну ладно, тут видите, такое количество смешное крестиков. Это потому что полдня размечала нитками лен. Так вот, вышивала, получается, 4 дня. Один день, вообще смешная цифра, 179 крестиков. Если бы, конечно, вышивала бы 5 дней полностью по нормальной, приличной цифре крестиков. А вот с этой, то есть у меня бы получилось вот добраться вот так вот сюда черными. Вышивала одним цветом, представляете? Я всю эту неделю вышивала черным цветом, и нормально мне заходило. Здесь черным цветом вышивается в 3 нити. Ну, нормально вообще. Здесь их много, этого цвета. Знаете, такой способ от большего к меньшему по цветам, да, по, чуть ли не по всей картине, потому что я вот и хотела, думаю, я вот все, что здесь есть, я вышью черным цветом, а в следующий раз возьму другой цвет и буду другим цветом зашивать. Ну, мне понравился такой способ, прикольно, тем более, что здесь все видно. И хотя в перенаборе в цвете довольно странно, там идет, что вообще это черный цвет, да, и вы сами понимаете, что анкор, они такие очень черные нитки, то есть самый черный цвет из всех цветов это в анкоре. Вот, я не знаю, где самый светлый, ну вот, видите, мне хотелось вот, вот, хотя бы вот до сюда, то есть это вот где-то хотя бы вот до сюда, я вот так вот еще можно было бы довышивать спокойно, не переставляя куснапов. Было бы прикольно. Но в перенаборе почему-то 33,71. Представляете? Я так глянула, думаю, ну здесь в ДМС перенабрали же. Я так глянула, ну в каком месте? Но вообще по крестикам я все сверялась. Я, то есть я такая, перенабор же свободный из сети. Мы все люди. И я, конечно, перепроверяла, тем более видя, что вместо черного взяли 3371, взяли, набрали номер цвета. И я вот сверялась, у меня разметка вот эта точечками сделана вот по этой схеме. И я, допустим, как подхожу к какой-то точечке, да, вот краю квадратика, я сверяюсь, у меня вот сходится или не сходится, практически все сошлось. То есть вот по крестикам вроде как все правильно, во всяком случае в этом цвете. Ну, сам цвет почему-то набран вот так интересно, да, тоже я вот удивилась. В общем-то, план по бархатному вечеру, я не могу сказать, что я набрала, потому что я 50% хотела себе, написала выше, чем... Но, конечно, январь еще не закончен, но у меня там другие планы уже на оставшееся время. Я вышила 34,49%. 34,49%. То есть 15% я не довышивала. И меня прям, знаете как, но 20%-то я почти вышила, а 20% это 5000 крестиков. Ну, в общем, мне остается на феврале, начало марта 9000 крестиков где-то. Ну, вот они те изменения, да, планов, что... Не знаю, там, по всей видимости, буду у других процессов в феврале забирать дни, чтобы успеть вышить к означенному сроку эту работу. Вот как-то так. Ну, посмотрим там, как дальше будет. И, вы знаете, мне понравилось, пока что я вот вышиваю выходные, допустим, какую-то сложную работу, там, допустим, я выходные вышивала журавли и персики, но это были выходные каникулы, потом я вышивала, меняю шляпку на кота, сейчас я начала китайский сад, и в будни я вышивала, получается, вот первая неделя рабочая, такую набор попроще, полегче, да, и очень правильно, мне кажется, сделала. Хотя я больше люблю недельную ротацию. Я вот вообще очень мне нравится. Я уже поняла, для себя определилась. То есть я экспериментировала, наверное, весь прошлый год, как и что мне нравится. 2 недели многовато. Допустим, 3-5 дней маловато. А вот, ну, 2 дня там вообще ни о чем. А вот недельная ротация мне понравилась. И я подумываю о том, чтобы в дальнейшем делать свою ротацию. Ну, пусть будет 5 дней, там, допустим,
Набор какой-то. Пока попробовать так, да? А выходные многоцветка. Если одних выходных будет недостаточно, еще одни выходные повышивать вот так. Посмотреть. Попробовать поэкспериментировать вот так. Ну, то есть у меня сейчас как бы пробная такая идет. В общем, эксперимент продолжаю я искать свою ротацию, свой вариант, как мне удобнее будет шить. В общем, как-то все продолжаю я искать. В общем, как она там в дальнейшем будет. И вот и потихоньку перехожу, еще сейчас тут покажу вам, уж извините, да, что вот так вот, видите, у меня тут ноутбук, я с утра уже занималась, у меня там на кресле Муся спит, я уж ноутбук положила просто рядом, дальше сейчас видео сниму, буду дальше заниматься. А решила переходить потихонечку, сделать этот год переходным от бумажной вышивальной бухгалтерии к электронной. Делаю себе потихоньку таблички разные, трекеры разные. Я пытаюсь сейчас сделать таблицу, но не знаю, посмотрю еще. Может, у девчонок найду какие идеи. То есть посмотреть, как бы планирование хочу сделать в электронном варианте. Не просто вот дневник вести в электронном варианте, но планирование, чтобы представлять себе. Вот Vita Cross Stitch я посмотрела, как она делает, но я немножко хочу по-другому. Пока еще не поняла как, но по-другому хочу это сделать. Но посмотрю. Я еще, то есть, чтобы видеть, сколько мне надо вышивать, допустим, того или иного процесса в месяц. Вот, и вот реально это, нереально. Ну, как-то вот так, да, чтобы потихоньку избавляться от вышивального беспорядка, бардака, творческого такого беспорядка. А привести все четко. То есть игры мне не зашли, а вот по планированию. Идеи всевозможные с планированием мне понравилось, да, то есть вот детективы, рулетки, кубики, все такое, это не мое, вот, а, то есть поначалу, когда это было новенькое, это было интересно, я даже сама попробовала, ну, поняв для себя, да, то есть сделала заключение, что все-таки это не мое, оно как-то, знаете. И уже, ну, я смотрю, конечно, я продолжаю смотреть, блогерам-то я привязалась, вот, но мне очень, ну, мне вот нравится вот по планированию, я прям вообще, когда вот, вот я прям с таким, ну, взахлёб смотрю видео, кто вот по планированию делает, и у него все это получается, чуть ли там не со 100% итогом, ну, я прям стараюсь впитывать все в себя, все это дело. Вот как-то так. Ну что, эта неделя закончилась, и я хочу, не буду вам показывать уже мандалу сейчас в этом включении, потому что по этому процессу он для меня особый, он у меня долгожданный такой, да? Извините. Я хочу по нему делать нарезку отдельно, включение делать, там посмотрим. Потому что я хочу, чтобы он у меня сохранился вот именно отдельными такими, чтобы я потом его сама не искала, потому что вот как-то вот когда все смешано, все в куче, вот у меня тоже возникло, вы знаете, ощущение вот этого беспорядка. Когда все в куче, все намешано, я ничего сама найти не могу, где я там какое-то там что-то показывала, там какой-то момент я сама это найти не могу в этих вышивальных неделях, где смешались все процессы, все проекты. Оно, конечно, может быть, это когда калейдоскопом все это меняется, картинки эти, оно, может, конечно, действительно интересно, недаром, да, самые топовые, самые просмотровые видео всегда были итоги месяца, потому что там все сразу можно посмотреть, вот, и, а, несмотря на, да, вот, несмотря на то, что самые просматриваемые видео, это как раз вот эти вот влоги недельные, их больше всего смотрят, их вот они с такие вот, ну, в топе, да, в тренде. Тем не менее, вот как-то вот возникает ощущение какого-то вот беспорядка, да, вот то, что когда потом, ну, ничего ты найти не можешь, где, что у тебя, по какой работе, где и как. Вот. Поэтому даже не знаю, может быть, действительно стоило делать, как вот Маринка Прок делает, что у нее есть и неделя, и плюс еще отдельно видео, даже если процессы маленькие, все равно есть отдельное видео по нему там. Иногда это бывает от обзора до финиша.
Вот, ну, посмотрим. Пока еще не... Я пока еще не решила, как и что и как делать, но пока что... Ну, вот, видите, такой вот... Ощущаю, да, дискомфорт. Хочу везде все привести как бы в порядок. Но это, наверное, сказывается то, что я начался... переустановка, да, перетрубация, или как там это говорят, в рукодельном уголке. То есть муж мне сделал все ящички. Сейчас я вам покажу их. Ну вот видите, да, у меня уже ящички готовы, муж сделал. Вот, но у меня еще тут беспорядок. И беспорядок уже, знаете, вот как он начал делать, так вот у меня и беспорядок. И вот на столе, потому что мне надо же все вот это прибрать. И меня, да, меня он раздражает, а руки не доходят до него, потому что у меня по плану, вот я думаю, сейчас я в эти выходные, если там то-то, то-то не сделаю, другие есть планы, видите, вот какой беспорядок, ой, ужас, нет, я не могу это даже не смотреть, не показывать, это, я, или надо в коробку все просто сейчас, вот просто возьму отсюда все в коробку, вот это соберу пока, вот, пока, потому что ящики-то красить мне, значит, вот это надо все собрать, прибрать, все, что это. И пока не покрашу ящики, пока они не высохнут. И, в общем, я не знаю, когда я до них доберусь. Кто бы мне их покрасил, я не могу. Хотя я покрасить люблю, но вот как-то у меня сейчас просто вот все вот так вот мелькает, надо то-то-то-то-то, и вот рук не доходит. Надо скорее, конечно, навести порядок. Вот. И тогда, может быть, мне станет полегче, и я уже... Ну, видите, везде хочется сделать. Я хочу переделать рукодельный уголок, я хочу переделать свою ротацию, я хочу заняться вот планированием, да, вот, то есть я как-то в прошлый год, ну, я уже который год, да, пытаюсь, но вот я надеюсь, что, может быть, если я, вот то, что я сейчас на сагой вышиваю, то есть я как-то вижу реальные цифры какие-то, да, то есть оно помогает упорядочить в голове, да, что реально, что нереально, что смогу, что не смогу, вот, и поэтому, может быть, что-то лишнее убрать и что-то меньше где-то стартовать и так далее, и так далее, и так далее, вот, потому что, ну, вот, надеюсь, этот год тоже будет такой переходным у меня. Зачем мне все это? Вы знаете, для душевного равновесия. Вот как-то так. А на этом у меня все. Встретимся с вами. Надеюсь, у меня получится снимать следующую неделю каждый день, что я там буду делать. Вот. Пока еще не буду вам озвучивать, что и как. Ну, видео это вы увидите, скорее всего, во вторник, потому что мне надо еще его смонтировать. И снять еще 2 видео. Ну, вот такие, да, грандиозные планы. Вот как-то так. И повышивать же, потому что сегодня выходной, сегодня еще с воскресенья, сегодня еще будет прямой эфир. Так что дел немало. Постараемся со всем справиться. Я желаю вам от всей души, чтобы все ваши планы намеченные, все ваши вот... мечты все вот так вот выполнялось, чтобы все у вас получалось, вы достигали целей своих поставленных. Это я вам от всей души желаю. Ну и, конечно же, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. И ровных, и быстрых крестиков. Пока-пока, с вами была Оксана Дереза.